Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре ТТВИЧ 2009 года в сером цвете, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики, пробег 136 тысяч километров. По салону красивый темный ухоженный салон, ткань. Не прокуренный, три ряда сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт, эко-режимы, имеются подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 105, 121, 115. 119, 119, 119, 116, 121, 102, 113, 127.